Опять? Глядите в оба! Начать поиски! Ничего не вижу. Проклятые повстанцы, наверное, шутят над нами. Это место слишком сумасшедшее. Даже для меня. Повстанцы! Повстанцы!
Тут было прекрасно. И снова будет. Чтобы идти по пути воина, тебе нужно брать задание с доски объявлений. Мы позаботимся, чтобы он остался в руках ракет.
Гадость. Алло, Эрнхард? Привет, это Дейзи. Я взяла телефон доктора. Как там поиски? Продвигаются. Ты как? Хорошо. Доктор переселил меня в пещеру под домом. Тут безопаснее, учитывая, что пираты приходят к нему каждый день. И слушай, я кое-что нашла здесь. Тебе понравится. Хорошо. Встретимся там. Надеюсь, с друзьями. Класс. Пока.
пойдем. Надо было взять резинку. Подниму тревогу! Видите, кричите. Прилип, это простое наблюдение. Я ничего не нашел, но спорю, тут полно повстанцев. Черт!
Найди его! Не дайте ему уйти, как в прошлый раз! Я тебя найду и убью! Прячься! Все равно найду! Сраные повстанцы могли бы просто сдаться! Попался, гад! Мне не платят за все это дерьмо. Так, где же они снимают видео для выкупа?
сейчас в тюрьму! Я иду! Давай, сделай шум! Жри гранату! На! Смотрите, я завалю! Куда я подлодил? Это простое наблюдение. Ничего. Начнем. Лиза! О, черт! Лиза, я иду! Останови! Это видео. Ее тут нет. Нет. Прошу. Нет. Скажи мне, мама, папа. Мам? Пап? Я люблю вас. Мам? Пап? Я хочу домой. Очень хорошо. Давай так же еще раз. Нет. С большим чувством. Ты можешь, милая, давай. Нет. И у вас? Там Броди наш натянул на беду Бенджамин Бенни Бен. Я тут снимаю фильм, окей? Слушай, тебе бы уйти отсюда надо. Эти сраные дебилы... Ты мог бы не ругаться. А то у нас тут, между прочим, леди-актриса. Пошел нахер!
Я нахер? Ты видишь, что ты наделал? Ты настроил мою актрису против меня? Теперь пошел нахуй! Исчезни! Прошу простить моего друга и его бестактность. Он просто полный козел. Сыграем так, чтобы Оскар дали, окей? Слезы, отлично, дальше. Бас! Ты где? Мы приведем. Кто набил? А? Цитра набила, а? Сестра набила? А? Думаешь, ты один из нас? Думаешь, ты как я? А? У Машура из Калифорнии стояк. На экзотику? А я всажу пулю в череп моей сестры. Как брату твоему Кранту. Пошел ты! Ты злишься, Джейсон. Ты... Злишься. Окей, я понимаю. Понимаю. Ведь без семьи кто мы, блядь, такие? Когда-то я ради сестры мог сделать что угодно. Я убил впервые ради сестры. Но этого ей было мало. Не-не-не-не, прошу. Ты понимаешь, в чем прикол, да? Наши любимые из-под тишка бьют каждый раз! Они говорят мне, говорят, вас, вас! Кого, блядь, ты выберешь? Их или нас? Нас или их? Как будто, блядь, мне еще нужно выбирать! Кстати, зажигалка твоя, дерьмо. Ладно, хватит лирики. Это плохо, что Цитра сделала наколку. Теперь тебя можно убить, только полностью стерев. Все окей. Не плачь. Все окей. Джейсон. Клянусь богом, мужик. Это правда прекрасно. Что ты готов умереть за любимую.
Спокойно, Лиза, я иду! Не бойся, я тут! Боже. Не шевелись! У них Оливер! У них Оливер! Сейчас мы ему никак не поможем! Иди за мной! Есть идея! Отсюда только вниз! Давай! О, Боже! Иди, сможешь? Думаю, да. Туда! В грузовик! Иду за ним! Стреляй по тачке! Лиза, за руль! Что? Иди! Окей, окей! Черт, не заводится! Скорей, Джейсон! Офигеть! Ты видел этот взрыв? А? Что-то взорвалось? Мы чуть не умерли, не попали в рабство, хороша рада. Лиза, успокойся. Это кошмар. Слушай, я все исправлю. Ты знаешь, куда забрали других? Наш Оливер теперь в каком-то бункере. Я не знаю про Кита и Дейзи. А что Райли? Про Райли и Гранта тоже не знаю. Грант мертв. О, Джейсон, мне так жаль. Но я нашел Дейзи. Найду и остальных. Где она? В безопасности. Я покажу. Дейзи сказала, что она в пещере под домом.
Лиза? Дейзи! Ты цела? Дейзи, мне очень жаль. Лиз, я выплакалась. Я нашла тут лодку. Если ее починим, это будет наш билет домой. Да, и прямиком на дно океана. Сказал опытный мореход. Хотя помощь мне нужна. В моторе должна быть силовая головка, ее нет. Ладно, я поищу. Отличная находка. Давай, посмотри. Ты цела, я рада. Я тоже. Думаешь, лодка поплывет? Я расслаблюсь. О, нашлась. Раз уж ты ее принес, можешь и поставить. Напомни, а почему я, а не ты? Я даю зажигание. Это ты о чем? Готова? Почти. Есть! Дальше мы сами. Тебе стоит поговорить с Лизой перед уходом. Мне каждую ночь снится Голливуд, а просыпаюсь здесь. Прости, что так вышло. Ты не виноват. Надо было мне не соглашаться на скайдайвинг. Главное, мы оба целы. Ты ведь меня спас. Я здесь благодаря тебе. Теперь нам нужен план действий. Ладно, я найду Райли и остальных, а ты будь здесь и помоги Дейзи с лодкой. Еле успели убежать. Лиза, я знаю. Не волнуйся. Будь осторожен. Я не мог до тебя дозвониться. Ты как? Я попался в Асу. Мы с Лизой спаслись, но остальные все еще у него. Я не могу их спасти. Нужна сила, чтобы победить Васа. Я не могу тебе ее дать. Но есть та, кто может. Цитра. Ты готов? Иди к ней. Кто она? Цитра. Лидер нашего народа. Она проведет тебя к центру. Она раскроет твою силу. Ее храм в
джунглях. Встретимся у ворот. Хорошо. И во что я вляпался? Я вижу! Ну ты обдос!